Здравствуйте. Прошу вас, проходите. Садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. Доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается и все. Ну-ну. Ну, что ну-ну? Аллергия. Ну, бывает же, там, человек понюхал цветок в обморок. Некоторым от цитрусов плохо на рынке. А есть люди, которым покажи много бумажных денег, они начинают задыхаться. Ну, аллергия. Ну, у каждого своя же. Я на деньги нормально. Мне сколько ни дай, я... А вот работать не могу. Ну, прямо всего начинает ломать. Последняя надежда на вас. Почему последняя? Так я у всех был, у врачей. Я же всех обошел. Прихожу к глазнику, говорю, доктор, вот как работу увижу, ну, темно в глазах и все. А он говорит, тебе надо к терапевту. Никто ж ничего делать-то не хочет. Ну, вы у терапевта-то были? Ну, был, я похитрее сделал. Я, значит, все, что чувствую, написал. И даю ему, говорю, что это по признакам? Он читает, говорит, ну, по всем признакам, это беременность. Я говорю, ну, как беременность? Он говорит, а что вы удивляетесь? У половины человечества это бывает. Я говорю, подожди, я из другой половины-то. Он говорит, иди ты, он говорит, к психиатру. Сходили? Был. Ну, значит, прихожу к нему, он сразу за молоток. Но видишь, я его опередить могу. Тогда он гипнозом говорит, спи мне, говорит. Ну, я сплю. Он говорит, спой. Я пою. Он говорит, пройди по потолку. Я прошел. Он говорит, работай. Ну, как мне затрясло всего. Он говорит, лечить тебя бесполезно. Он говорит, у тебя что-то вот в центральном мозгу, значит, отключено. Последняя надежда на вас. Все ясно. Раздевайтесь. До пояса? До пола. Ага. Это бюллетень? Диета. Какая диета? Ничего не есть. Ну, погоди, погоди. Первый раз слышу такую диету. Старинный рецепт. Народная мудрость. Кто не работает, тот... Так он что, не ест, что ли?